Великая Победа – святой для всех нас праздник, когда мы склоняем голову перед подвигом павших героев и чествуем воинов-освободителей. Сколько бы ни прошло лет, победа над фашизмом не станет менее значимым событием для нашего народа. Мы никогда не забудем, какой ценой она далась. Все мы навеки в долгу перед теми, кто остановил вражескую агрессию и отдал свою жизнь за свободу нашей Родины. Спасибо вам, ветераны! Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев.